Так, в общем, что по ценнику? Я потому что раньше столовая не снимала. Эта столовая не самая вкусная, но она ближняя. И, ну, все-таки здесь не травят. И еще хочу сказать, здесь чуть дороже. Так, мы взяли пюре котлета по-киевски, 3 пюре, 2 котлеты по-киевски, минтай и борщ, 3 компота, 2 кусочка хлеба, 960 рублей. Ну, то есть 300 на человека. Ну, мы вообще брали одно горячее, да, в дороге за 300 рублей, ничего. Сейчас попробуем борщ. Вот так все выглядит. Котлетки по-киевски, котики. Своих не снимаю. Ну, супик вкусный, но как бы без мяса. Я просто с дороги всегда жидкая. Кушаю. Так, и быстренько второе. Пюре с подливой. Рыбка минтай филе. Ну, кстати, вкуснее, чем тут раз. Разогрели все очень горячо. Сейчас компотик еще попробую. Компотик прямо так черносливом вкусно отдает. Сейчас у дочки сок попробую. Ну, сок из пачки, дешевый сок. Все, неплохо.